Апноэ Клаб Горький представляет. С вами команда Апноэ Горький, и мы выехали на Черекёт. Юля? Мы стартанули, еще пока не позавтракали. На улице холодно, мы направляемся в Волгоград. Это наша первая остановка. Настроение хорошее, будем сообщать вам о следующем событии. Следите за фотками, видео и свежими записями. Остальные члены команды «Апноэ Горький» отправились в Кабардино-Балкарию на самолете и поезде. А это наше самое яркое впечатление от дороги – верблюды Калмыкии. Мы приезжаем нырять сюда каждый год, но на этот раз впервые решили подняться на Эльбрус. Как ваше ощущение? Просто жесть. Я на Эльбрусе! Высота! Высота почти 4000! Поднимаемся на атаке к высшей точке! Будьте с нами! Грандиозно! Выше всяких ожиданий! Это действительно выше всяких ожиданий. Когда из тепла и лета, ты за 20 минут неожиданно попадаешь в царство снега, пурги и холода. Вот они. Знаете нелегалов в лицо. Снять очки. А вторую шапочку я мерила, она была дебильная. А вы... Она была вот с такой помпоном, с таким. Вот. А у меня как-то, и как-то глаза она... холодные цвета. Очень много было. Да. Ну, несмотря на мой размер головы. Или тебе, знаешь, вообще что-то правильно. Классы, я не правильно. Давай, да? Юль, мы тебя ждем. Андрюх, давай. Лакшери вилледж. Спа-резорт. Горячий бассейн после холодного озера. Самое то. Прям сильно горячий? Нет, ну комфортно горячий, но прям вот чувствуется тепло и согревает внутри отлично. Участок Черекского ущелья – это место, где проходит старая дорога в Верхнюю Балкарию. Представляете, вы идете по горному проходу шириной 3-4 метра, а под вами пропасть 300 метров, а высота гор здесь достигает 500 метров.
дальше отправились в долину Уштулу. Сам по себе путь к этому месту – это уже попадание в какое-то другое измерение. У любого человека, приехавшего из города, захватывает дух от всех этих долин, вершин, полей и водопадов. Вот где ты чувствуешь себя маленькой песчинкой в огромном мире. Увидеть такое количество разнообразнейших водопадов, как в долине Уштулу, наверное, не удастся нигде. А тем более полазить, побродить в этом царстве водяных потоков. На обратной дороге нам повезло, потому что везде расцвели маки, и мы с удовольствием их поснимали с нашего дрона. Обязательно приедем сюда в следующем году опять.